Доброе утро. Пиццу буду есть на завтрак с грибами и с ветчиной, и с просуши. Вчера покупали Антохе. И вот у меня кусочек остался, и у Гриши тоже кусочек. И мюсли буду доедать. Кофе. Так, сейчас буду заправлять постели. Слушайте, тут везде у нас повсюду эти мягкие игрушки. Антоха спал с медведем. С вот этим вот, с медвежонком. А Фонька с собакой, с Антошкиной, которую Антохе подарили. Несмотря на это, надо в живот сюда напихать синтепона или холофайбера с подушки вытащить. А то такая худенькая, дохленькая собачка, я Фонька с ней спал. Так, я цветы полила, кровати заправила, диваны тоже. В общем, обед я сегодня не планировала готовить. Думала, что мужа моего не будет дома. Гришка и так суп доест, я себе мюсли с молоком. Даем завтрака, но нет, Сержиня сказала, что он будет дома. Вот, поэтому готовим обед. Сегодня гречка с бараниной в мультиварке. В общем, или даже плов. Не знаю, сейчас гляну, какой там есть у меня рисик. И, в общем, готовим обед в мультиварке. Так, обжариваем баранину без масла. В общем-то, я думаю, что здесь должен вытопиться жирок. Солить, перчить какими-нибудь специями. Главное, не забыть еще добавить болгарский перец. Надеюсь, что не забуду. Я уже пожарила мяско, обжарила его, вернее, даже больше потушила. С морковкой, с луком болгарский перец все-таки не забыла добавить. Сейчас уже буду все перекладывать в мультиварку и добавлять рис. А мы тут еще учим таблицу на 8, да, причем и умножение, и деление. Сейчас она как-то так вот сразу... Не только умножение. Григорий тут уже выучил. Ты выучил? Да. 30... Ой. 8 умножить на 4 равно 32. Угу. 32 разделить на 8 равно 4. 32 разделить на 4 равно 8. Да-да-да-да, мы нам попалась эта 2000 евро. Блин, она реально по бумаге, как будто... Ну, бумага даже отличается от вот этой вот бумаги. Так что и мы туда же показываем 2000 с мостом. Тут даже QR-код есть. Офигенно. Это что, этот... Восток. Я даже не знаю, что тут должно быть изображено. Кто знает, напишите. Но я так думаю, что это Крымский мост. Вот это вот я даже не знаю, что это. А вот это вот, наверное, этот, ну, типа, космодром Восток, да, он называется. Типа Байконура, наверное. Это как мне кажется, ну, не знаю, напишите, если вы знаете. Ловик уже готов. Все, мы уже обедаем. Сейчас Григория повезу в школу. Сейчас он оденется. Ну, папа плов-то, а Гриша все-таки не плов, а суп, да? Все-таки. Да. Все, мам, пока. Пока, сынок. Пошли. Слушайте, у меня такая радость. Вообще, пока отвозила Гришку, мне позвонили с почты и сказали, что мне пришла посылка с Алиэкспресс. И она оказалась очень крутая, но в действии я еще не пробовала. Будем пробовать, но пока я сейчас вам ее просто покажу. Вот эта посылка, это скалка. Она была вот так вот упакована. Я даже сразу не могла понять, что это такое. Она очень быстро пришла, прям очень быстро. Не знаю, наверное, недели за две. И она супер-пуперовская. Она вот здесь вот на концах с ограничителями, чтобы тесто было одной высоты. Вот, так что будем сегодня ее пробовать. И она достаточно большая. Все, по крайней мере, хорошо закрутилось, ничего не болтается. Вот здесь вот не расхлябанные, как это называется... Не расхлябанные, резьба не расхлябанная на вот этих штуках, то есть все плотно закрутилось, можно катать. Вот, так что будем сегодня пробовать. Теперь чашечка кофе. Блин, она сделает этот мир лучше, точно.
Все, сейчас кофе с маршмеллоу и в бой. Так, вот что еще досмотрела, что на кольцах с одной стороны написано вот так вот, а с другой миллиметры, вот это вот синее 10 миллиметров, следующее оранжевое, вот на нем я остановила, 6 миллиметров, я думаю, что этого достаточно. То есть пряник же еще увеличивается в высоту, поэтому он будет сантиметр, я так думаю, а то и больше. Поэтому вот эти вот одни кольца я сняла. Так что сейчас все хорошо помою, продезинфицирую после китайцев и уксусом, и спиртом, и всем, и будем катать. Ну, в любом случае, пряники пекутся в духовке, поэтому я думаю, что все будет нормально. Но я счастлива, она такая, она не прям тяжелая, но все-таки вес имеет, я прям счастлива. Так, рассказываю, что у меня все получилось. Раскатала я скалкой это тесто, она как раз отлично становится вот на вот эту вот, на мою доску. Если можно и на столе раскатывать, только если у вас будут, ну, то есть металлические или пластиковые вырубки, но если все же нужно вырезать фигурки, то удобнее всего на доске, потому что доску просто крутишь, вертишь, как удобно, и тогда все режется. Сейчас я режу уже не ножом, а вот таким вот мосхетином, потому что край достаточно острый, тонкий, и невозможно даже порезаться. Нечаянно, не очень острый угол. Так что вот действительно не уколешься, не порежешься. В общем, так что теперь уже режу мосхетином. И вот такие вот у меня мишки, мими-мишки, двоечка. Еще будут на украшение на торте бабочки на палочке и цветочки тоже. В общем, все это будут топперы. Так, вот что получилось. Все вырезала. И теперь в духовку на 10 минут. Все одной толщины. Я очень-очень рада этому. Ну что, рассказываю, я все быстро вытащила через 10 минут, вставила везде шпажки, и сейчас все это остывает. Что еще хотела сказать? Вообще, по-хорошему, когда печешь, то нужно просто по коврику, по кругу класть. То есть вот все прянички класть, вот эти все внизу, а эти вот вверх ногами, чтобы быстренько ставить шпажки и все, и не отдирать горячий пряник от тефлонового коврика. Но я, как всегда, об этом вспоминаю в последнюю секунду, поэтому мне пришлось потихонечку пряник, ну не то что отдирать, но естественно, когда он остыл, он легко отходит, а пока он горячий, он еще как бы, ну, нужно отдирать, и можно даже немножечко задний слой повредить. А если это топпер для торта, то лучше этого не делать, потому что задник в любом случае должен тоже быть красивым. Так что сейчас пряники остывают, и будем их расписывать, а я пока испеку вторую партию сердечек. Ну, в общем, сейчас все увидите, там будут мишки Тедди. Мальчики уже приехали, что ты, покажи. Это что такое, танк? Да. Сынок, ты подожди быстро, мне скажи, ты сегодня фотографировался? Да. Красивым был? Да. Ты с Антоном? Плакал или плакал? Нет. Улыбался? А как ты улыбался? Так, зубки, да? Да. Все, мой мальчик. Кушать, я уже грею пловик, сейчас будем. Что тут мальчики делают? Кто играет? У Гриши тут груша. У нас тут спортом мы занимаемся. Да, вы особенно молодцы. Да, да. Папа, быстрее, быстрее! Саша, штаны для... Так я спортивные каналы смотрю, да? Гол! Да. Что такое? Где папа? Какой удачный. Ты двигайся, двигайся, не стой возле. Мимо. Мимо.
Все, так. Отдых, Григорий. Да. Давай. Так, сейчас будем уже ужинать. Я грею всем пловик в микроволновке. Гриша сразу с дневником пришел, а то вдруг сейчас... Потому что вдруг сейчас кто-то не знает. Напишет, что... Я, кстати, 5 по этой, по контрольной еще одной получилось. Так, по английскому 5, ну, вот, да? По английскому это другой учительница подпись. Угу, так. Это минус. Угу. А что это? Завтра только почитать? По русскому что, ничего? Так, держи. Пойду почитаю. Так, а ты уже поел? Я еще пою. Тебе компот? Да. Кофту снимать? Да. Вот мои мимишки, осталось их только расписать кисточками, потому что так еще немножко странно. Ну что, вот сегодня результат моей работы. Мишки-мимишки, топпер на торт. И коробочки. Будут, получается, две коробочки с сердечками. Одну, вот этот пряник с вот этими мишками коричневыми будет завтра. А сегодня вот такой Тедди. Завтра я его только распишу кисточкой. В общем, мне он очень нравится. Я прям от него без ума, от этой его шерстки, меха, плюша. Я балдею. Видите, какой он фактурный медвежонок. Сейчас нужно разобрать посудомойку, все помылось. Так что, да, все, что сегодня поужинали, тоже помыла быстренько, потому что не хочется мне посудомойку закладывать. Так что сейчас быстренько разгребаем и скоро спать. Карли выходил, покушал. Мальчик мой. Он мне прям стал нравиться. В домике там у себя сидит. Карли тут лазит. Да, надо ему на решетку сюда что-то положить. Ну, хотя я смотрю, что он тут прекрасно. Прекрасно себя ведет. Я тут пробую эту новую фишку с, как его называют, витражом, вот. Так что сейчас жду, когда все это высохнет. По крайней мере, все это блестит, но что это будет на вкус и на, в общем, на структуру, буду ждать. Но блеск есть, видите? Это так, пряники, знаете, из остаточного теста, чтобы просто посмотреть на эффект. Так, ну что, будем смотреть, что тут с нашим покрытием. Я его пробовала ставить, если честно, сушиться в духовку. Мне кажется, не надо было этого делать. Или мне так кажется. Но еще немного липнет. В общем, у меня тут эксперименты. А, вот это уже меньше липнет, но все равно. В общем, сейчас еще одним слоем все это покрою, и тогда посмотрим. В общем, еще раз вот этим слоем покрыла, вот этот пряник покрыла еще одним слоем. А вот это вот так будет, как было с первого раза, ничего с ним не делала. В общем, это все сохнет. Это такой некий эксперимент а-ля модные веяния, Инстаграм, пряничный Инстаграм. Весь блещет вот такими вот витражами. Вот, посмотрим, насколько высохнет и насколько будет транспортабельно в пакетике. Потому что если будет прилипать к пакетику, то это будет вообще что-то ужасное. Поэтому тогда будем еще что-то пробовать и сочинять. И пока, мне кажется, очень даже красиво блестит. А дальше будет видно. В общем, я сейчас иду отдыхать, умываться, и хотела вас всех поблагодарить за комментарии по поводу нашего Джангарика. Если честно, пока еще почему-то про него не читала. Блин, он, конечно, ночной житель, и он прям сейчас очень активничает.
В общем, здоровски, мне очень нравится, не воняет. Вот. В общем, спасибо вам всем огромное, я очень рада. Легче, знаете ли, прочитать вот этот вот коротенький комментарий, чем кучу информации. Не всегда все это нужно, поэтому пишите поподробнее, знаете, комментарии легче почитать, и жизненный опыт всегда интереснее, чем вот эти вот книжные все статьи. Поэтому всем до завтра, всем пока, у нас дождь начался. Прям льет, я прям слышу. Вот этот ночной житель, какой он классный. Он просто хочет вылезти.